Всем привет! Долго думала, снимать влоги или нет, так как происходящие события не очень радуют, но я подумала, что чтобы вы отвлеклись от грустных мыслей, ну и мне было как-то есть чем заняться и тоже отвлечься, я решила все-таки попробовать снимать. Уже неделю не снимала. Мы приехали к Федечке. Сейчас здесь обставляемся. Я вам покажу нашу комнату. Вчера обставили. Сегодня поеду на квартиру. Мама с нами, Лялечки. В общем, все вместе поедем. Сейчас я буду умываться, собираться. И сегодня я была, главное, за завтрак приготовила свою фирменную пиццу в батоне. Я уже несколько раз говорила рецепт. Вот, если нужно, пишите в комментариях, что я тогда оставлю где-нибудь под комментарием рецептик. Очень простой, очень легкий и супер вкусный. Главный секрет это в соусе. Потому что соус там просто пушка, бомба, улет. Не просто кетчупом помазать, вот, а именно приготовить его. Поэтому я вам желаю приятного просмотра. И поехали. Купила новые памперсы. Это от Хаггис. Вот с новым рисунком. Тут у них другая поверхность. Вот это. Ну, просто такая же мягкая, классная. И здесь есть разделение. Здесь есть разделение для попки и разделение для передней части. Еще хотела сказать, что у Мирона и у Яны разный размер одежды. Например, Янчик сейчас носит 56-й, а Мирон уже 62-й. То есть Ян будет как бы донашивать вещи, это очень удобно. И нам подарили по комплекту белья, они же как бы близнецы считаются. Но у них очень большая разница в килограмм. Вот, поэтому малыш один донашивает. Вот этот вот. Есть вот шляпки, блёстка, булочка такая маленькая, такая сладенькая булочка с маком. Вот. На самом деле это очень удобно. Здесь, конечно, можно не брать все по две. Берешь один, ну, один размер и потом идет ко второму. Вот. И нам, допустим, подарили вот таких два комбинезона. У Яна поменьше сейчас 56-х размеров. И поэтому как раз он сейчас носит. С 50-го мы уже... А у нас был 50-й и 52-й. Мы уже выросли, я уже убрала. Что-то я выставила на Авито. Есть даже новые вещи. Я оставлю ссылочку на свою страничку, поэтому, может, кому-то что-то понравится. Вот, и уже скоро буду пакетами выставлять какие-то вещи, которые мы точно не будем носить. Вообще поняла, что слипы самые удобные, потому что Федя у нас родился в более летнее время, и мы носили в основном бодики с футболкой или с коротким рукавом, было очень жарко. Вот сейчас осень, и, конечно, не поносишь, не поносишь. Можно поносить, но надо еще что-то сверху одевать. Мне не очень это нравится, да? Нам не очень это нравится. Ну, сделай пикляли. А это мы приехали проверять ремонт в нашей квартире. Сделали плитку в туалете и в ванной комнате. Вот такая у нас под мрамор. И отштукатурили стены во всех комнатах. Так, давно я не снимала сегодня. Как всегда, крикет Янчик. Мы заехали на Авито. Ой, господи. Заехали на почту, я отправила Авито доставку. Потом заехали ФСС, а нужно было взять справку одну, но в итоге мне свекровь ее возьмет. Вот. И уже к дому подъезжаем. Малыши. Один спит, другой кряхтит. И уже подъезжаем к Федечке. Взяла ему сегодня задание с наклейками, вам покажу. Очень интересно. Ему нравятся, кстати, наклейки. Причем сейчас мы занимались по Кумону. Вот, я вам покажу эти пособия, если вспомню.
Вот, если не вспомню, напишите в комментариях, я в следующем влоге обязательно вам покажу. А сейчас я взяла IQ малыши, ну, наверное, вы увидели. Вот, там тоже нужно приклеивать наклейки. То есть нужно приклеить хвостик ровно. И вот мы сейчас над этим ровно как раз-таки и стараемся. В принципе, ему сейчас 2,4, и он неплохо клеит по заданию. Вот, а, кстати, меня спрашивали по поводу сосок. Сейчас я вам еще раз покажу. Вот, фирма Nook. Я вам оставлю ссылочку на Валберис. Я одну соску там покупала, в итоге у нас два комплекта. 4 штучки их. Вот так она выглядит. Фокус, фокус, фокус. И видите, какой тут срез? Вообще он называется... сказать, стоматологический, типа ортопедический. Вот тут как раз под язычок, и у меня прекрасно малыши берут, и прекрасно брал Федя, и 4 месяца, когда у него закончились колики, ну, вообще когда он поправился после них, он ее перестал брать. Все, мы так попрощались с сосками. А здесь я после ужина убираюсь, складываю грязную посуду в посудомоечную машину и что-то убираю со стола, что-то расставляю на свои места. В общем, навожу чистоту и порядок. Мне сестра сейчас передала коробки с вещами. Я хочу их перебрать. Все-таки прошло 12 лет, вот, мода уходит, что-то приходит, и сейчас, в общем, буду разбирать вещи тут на кухне, потому что в комнате спят малыши, там Федя игрушки разбросал, в общем, негде, кроме кухни, поэтому беру вас с собой на эту разборку. Так, я все достала из коробки, пусто, выросла капуста. Вижу, что тапочки такие массажные. Классные, у меня племянник не ходил. 30 размер. И вот такие вот топотульки. Классный магазин. 16-17 сантиметров. Надо Феде ногу померить. Он сейчас 25-й. Может, он влезет в них. Так, дальше вот такие. 24-й. Типа крокс. Кстати, тоже померю. Потому что у него сейчас 25-й размер. Может быть, подойдет. В общем, обувь надо всю мерить. Резинки. Какой размер? 27. Большевато. Перчатки. Разные. Так, вот такие вот. И рукавички. Ну, рукавички, кстати, классные. Может, Федя сейчас поносит это зимой. Так, это оставляем. Сюда пакет, и что? Плавательный костюм. Тут типа стенопласт, и все. И вот такие штанишки. Прикольно, прикольно. Какой размер? 3М. Ладно. Может, в бассейн будем ходить? Классненько. И вот здесь вот куча вещей. Я всегда сюда стою сначала. Потом смотрю. И куда? И штанишки. 92-й. Сейчас носить. Такие прикольные. Размер, размер. Можно тоже, кстати, понять у них. Они зашитые. На вырост какие-то.
Вот такие. Для дачи, да, пойдут? Тоже на вырост. О, прикольная же это. Типа под джинсовка, куртка. Разными тут этими наклеечками. Оставляю. Так. Это побольше, это сейчас. Не. Такое мне не нравится. Какой-то свитер. Непонятный. Какой размер? Не знаю. Под вопросом. Это что? Это что такое? Поняла. Нужна штучка. Еще штаны. 3-4 года. Пусть будут. Потом разберемся. Литровка такая. Не знаю, подумаем. Не. Какой-то цыганский костюм. Нам такие не надо. Жилетка оставляем. Маленькие станишки. H&M 68. Малышам, да? Ставим. Какой-то Советский Союз. Вот вообще мы джинсы не носим. Голенький девчачий. Ты всю морковку съел? Нет. Теперь самое мое любимое — это носки. У нас уже все ушли спать, мужчины. Я одна. На страже сна Мирошки и Янчика. Тоже сейчас пойду спать, поэтому хочу с вами попрощаться. Спасибо за просмотр этого влога и увидимся в следующем. Пока-пока.